Вклад Дмитрия Ильича Козлова в ракетостроение сложно переоценить. Под его руководством была создана ракета-носитель «Союз», которая и по сей день доставляет на орбиту пилотируемые космические корабли. Вместе с Дмитрием Козловым мы производили запуски ракеты космонавтов, вспоминает Михаил Шум. Он работал с легендарным инженером на протяжении 50 лет. По его словам, Дмитрий Козлов был волевым и требовательным человеком, но в то же время очень внимательным и заботливым. Он делал все для того, чтобы у работников предприятия было жилье и хорошие бытовые условия. Михаил не скрывает, что выставка его очень впечатлила. Сюда нужно приводить молодежь, чтобы они видели и учили историю нашего города и людей, которые создавали эту технику, обеспечивали нашу защиту страны. Сегодня здесь собрались друзья и соратники Дмитрия Козлова. На выставке можно увидеть почти весь путь легендарного конструктора. От студента, записавшегося добровольцем в народное ополчение, до почетного генерального конструктора ЦСКБ «Прогресс». Под руководством Дмитрия Козлова были созданы такие ракеты-носители, как «Восток», «Молния» и «Союз». За все время его работы в ЦСКБ «Прогресс» было разработано, изготовлено и запущено свыше 1000 ракет-носителей типа Р-7 и космических аппаратов различного назначения. Также он является автором более 100 научных трудов и изобретений, посвященных теоретическим и экспериментальным исследованиям построения и проектирования сложных автоматических космических комплексов. Эта выставка, на мой взгляд, и на взгляд, я думаю, от наших ветеранов, доходчиво объясняет, что да, все-таки Самара, она по праву называется Самара космическая. Дмитрий Козлов – человек, который доказал, что звезды гораздо ближе, чем кажутся. Открытие памятника в честь столетия великого инженера состоится 1 октября рядом с музеем «Самара космическая». Никита Борисов, Григорий Плешаков. События.